Еще одна македонская песня. Надо сказать, что обычно с нами играет это все Петя Акимов, вот, но он сегодня не с нами. Поэтому мы пропеваем проигрыши. Да, поэтому мы сами поем. В принципе, это аутентичный способ передачи песенной темы, потому что на Балканах любят распевать такие, как бы, их корневые темы. И эта песня «Йованка» про то, как молодой человек ждет свою девушку, а она к нему не приходит, потому что ее не пускает мама. Oh.